Да, теперь у нас инжир, посажены эти все деревца в прошлом году, ранней весной. Ну, видите, их прогресс, и они уже практически высотой за 2 метра. Я уже до того куста не дотягиваюсь, до той ветки не дотягиваюсь. Объемные, красивые. Красивые деревья. Это у нас медовая питера. Медовая питера. Вот такие красавчики плоды. Вот это спелое. Действительно медовая. Очень вкусная. Это у нас пеначи. Или тайгер. Эти пока молодые, они такие полосатые, сильно полосатые. Красивое очень дерево тоже. В прошлом году как бы плоды были, но не доспели они. В этом году уже мы пробовали, очень вкусные. Так, следующий у нас Black Jack, черный джек, мой фаворит по величине и по вкусу плодов. Он по размеру, кстати, самый небольшой, видите, по высоте я имею в виду. Вот такой вот он от начала, красавчик. Это у нас Джанис Сидлерска Дот, или Кадота Джанис, бескосточковая. Она у нас наполовину, да, расщепилась, видите, месяца полтора назад, наверное. И, ну, я обрезал ее, видите, замазал, запрыскал. А тут обломанный куст я зачеренковал, и сейчас у меня школка как раз этого куста, с этого дерева. Это у нас бордоская. Фиолетовая. Очень вкусный сорт. Плоды вот такие небольшие. Очень нежные. Ароматные. Видите, красота какая. Отличается по форма листьев от всех предыдущих сортов. Очень хорошее деревце, красивое. И сейчас я перспективу возьму. Вот так выглядит наш кусочек этого сада.